Всем привет, всем привет! С вами Лига Music Wars. Ну а на ваших экранах Михалыч. И вы не поверите, у него буквально только что пропал рождественский носок. То есть человек покупал подарки, но открывал все подарки намного позже, что дало ему возможность выйти в хороший плюс по времени. Вообще, мы обычно начинаем открывать и все делаем со второго числа, но, видимо, здесь задержка в 2 недели сказалась в положительную сторону. Итак, дроп с рождественского носка 61, большой подарок. Давайте вместе посмотрим, поудивляемся и, конечно же, скажите в комментариях, стоит ли ждать вот так вот скоплением подарков на конец акции или все-таки сразу все подарки открывать для того, чтобы призы падали более-менее ровно. Хотелось бы послушать ваше мнение. Поехали радоваться!